До нового учебного года остались считанные дни. Как правильно вести себя на дороге, чтобы не стать участниками ДТП, рассказали барнаульским детям. В одном из дворов состоялась игровая познавательная программа. Есть точно такой же знак, только на нем человечек идет вверх. Видели такой знак? Мероприятие стало продолжением акции «Осторожно, дети», которую уже не в первый раз совместно с жильцами проводит управляющая компания «Взлетная». Ее работа построена по принципу безопасного и комфортного проживания. Вторым организатором праздника стала компания «Импорт Лифт Сервис». Это профессиональная и сертифицированная лифтовая компания из Барнаула. В финале праздника организаторы раздали детям подарки для школы, которые, впрочем, пригодятся и дошкольникам, а сладкие напитки предоставил партнер праздника «БПЗ».